Она так на Жору похожа, Маруся. На Жору похожа, на папу. Так, а что это вышло такое у меня? Надо быстро пошло. Мама, а я чувствую, что ничего там. Альфа, давай вперед. Альфа, поближе. Нет. Мама, вот. Смотри, сначала заниматься. Далее, как тебе? Ну, бежит хорошо. Так кофе вкусно запахло. Я рыся балдела, мне очень нравится. А я вижу один недостаток. Вот это Ленбергер, да? Ленбергер. Где? Ну, вот это. Возраст. Я бы не сказала, что не смотри, Маш, как поясница выгибается у чемпионки. Видишь? Как-то жопу бережет, как она бежит. У нее поясница, смотри, щеку палит. После того, как меня заставили у меня уже руки занемели, если честно. Давайте же быстрее. Я видео снимаю. Я потом хочу разобрать это все на телеке. Ну, Маруся классно стоит на заднем фоне. Бастов задаст. А, сейчас сравнение пошло. А я в кобеле, я не поняла, что выиграл, юниорчик, что ли? А тому-то что дали? Там не понятно. А тут даже нечего, Маруся должна пойти. Ну кому дали-то? Ай, да кто на меня все садится? Что он там два часа сиськи мнёт? Что, поставили друг напротив друга, сук? Чтобы они в глаза друг другу посмотрели. Держать надо было, за ремень. Зафиксировать. А не за щеки держать. За щеки. Что он там думает? Ой, ёпкую, с ума сойти. Представляю, хотел сказать, вас не он же судит.